Да елки-палки. Че он такой жирный? Обалдеть. О, все. Окей. Отбились кое-как. Ищем ресурсы. Мне нужен срочно кобальт. Хотя бы бур я прокачал, уже приятно. Так, покопаем немножко в сторону. Так, тут я немного неправильно начал копать. Мне нужен кобальт, но кобальт вообще не попадается. Ой-ой-ой, какая тут почва твердая. Что это у нас? А, освещение. Надо срочно возвращаться. Хватаем ресурсы. Летим на базу. Кобальт найти не удалось. Семнадцать железа и 4 капельки. Давайте прокачаем еще, наверное, щит. Или же в урон. Крушитель монстров? Нет, лучше крушитель монстров. Мне капельки нужны будут обязательно. Здесь я прокачаю энергетическая ловушка, которая ловит больше снарядов. Урон врагам. Давайте в снаряды пойдем, наверное, да? Или... Не, наверное, попробую вот это. Разделение снарядов. Вот так вот. В прошлой серии я вкачивал ловушку. Ну что ж. Посмотрим, насколько хорошо получится отбиться. Ой-ой-ой, неправильно стрельнул. Нет. А, последнего выбил на лету прям. Ну, конечно же, это просто тянет время. Я уже почти все отлетел. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. По ресурсам. Здесь железо есть. Есть капельки, но этого нету. А если еще добавлю железо? Все? А, все. Не хочет больше подсвечивать. Здесь тоже ничего нету, да? Ни кобальта, ничего. Нету. О. Наконец-таки кобальт. В ситуации, когда его нет, а прочность купола маленькая. Получил
ачивку. Да, ситуация, конечно, такая непростая. Давайте немножечко поделимся с лифтом ресурсами. Капельки мне тоже нужны. Ну и, конечно же, железо еще нужно. То, что я собрал немножко кобальта, это особо не изменит ситуацию. Они могут нанести намного больше урона, чем я отремонтирую. Здесь ничего нет? Нету. А, дай мой кобальт. Не хочет. Оу. Капсула забрала кобальт. И теперь я его не доставлю на базу. Как... Долго не доставлю на базу. Особо поремонтироваться не получится. Текс. Ну, хотя бы разочек. Уже приятно. Дальше что? Скорость нужна обязательно. Вообще много чего нужно. У меня уже капелек мало. Здесь у нас что? Ставит второй ствол противовоздушной пушки на ваш купол. О, класс. Прикольно, прикольно. А это что? Быстрое вращение. Второй ствол. Было бы прикольно, у меня не хватает ресурсов. Тут скорость или транспортировку взять. Если я возьму скорость, что я еще могу прокачать? Да, особо-таки и ничего. У меня капелек мало. Могу, конечно, крушитель монстров прокачать. Но у меня сейчас проблемы именно с экономикой. Поэтому нужны мне апгрейды именно экономические. С другой стороны, крушитель монстров. Ладно, крушитель монстров попробую. Если получится быстрее отбиваться, может и урона меньше буду получать по логике. Все, сработал у меня спасительный, ну, воскрешение сработало. Первое воскрешение уже сработало. Что ж, это плохо. Осталось 0 воскрешений, пока я не потрачу 6 кобальта. Куда я еще могу тут закопаться? Здесь много железа. О, здесь раскопки очень долгие. Не, сюда я пока не полезу. О, здесь тоже почва твердая. Здесь что я еще не раскопал? Так, здесь ничего. Попробую сюда копнуть. Водичка, кобальт.
Так. Все, в лифт выгружаем. Пускай потихонечку доставляют ресурсы. О. Неужели нужно еще бур вкачать? Ну это капец. Сколько ресурсов надо тратить на бур? Попробуем покопать мягкую почву здесь. Водичка. Копаю, копаю, куда копаю, зачем копаю, непонятно. Не, ничего пока не удается дельного накопать. Что тут по ресурсам все забрали? Возвращаемся в купол. Да, ресурсы уже подвезли. 7 железа всего лишь. 9 капелек. И 5. Угу, кобальта. 7 ресурсов. Ну, я могу попробовать немножко оглушающий лазер вкачать. А именно зону оглушения добавить. 3. Время действия способности давайте вкачаем. Пускай будет наш электрошок. Так, пробуем отбиваться. О! Так, вырубаем малявок. Ждем, пока у этого... Ага, не хочет отваливаться щит. Когда я отвернулся, у него щит ушел. Так, минус один, окей. Все, отбились. Хорошо. Ставим щиты и продолжаем наши раскопки. Очень медленные, неторопливые, неспешные раскопки. Здесь большая зона у меня осталась нераскопанная. С мягким грунтом. Немного железа. Да, мне нужен бур срочно. Так, ждем, пока переработаются наши ресурсы.
Да, получилось, конечно, немного. Бур я точно не прокачаю сейчас. Могу щиток прокачать, но тут такой урон большой, что от этого щитка толку не будет. А ну куда пошел? Пробуем этих малявок расстреливать. Их довольно-таки много. Так, ну вроде должны справиться. Да, справляемся, хорошо. Летим дальше. Что у меня здесь? Может, что-то будет интересное? Нет, здесь ничего. Надо найти более мягкий грунт какой-то и покопать там. Капельки, которые мне сейчас не так нужны. И железо в прочном грунте, который я копаю полчаса. Да, мне даже после этого захода, наверное, не хватит на бур новый. Теперь еще отсюда надо выбраться, потратить кучу времени. Ага, тут получается у меня лабиринты уже пошли. О, да я и не успею до базы добраться. Ускоряемся. Хорошо, что здесь хотя бы тут лифт подберет ресурсы, если что. Давайте, 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 давайте. Сколько получается ресурсов? Угу. Еще 4 ресурса, 4 железа надо до прокачки бура. Уже похоже, что 2 здоровяка идут. Но пока мне урона хватает их выносить довольно-таки быстро. А, там двое вообще. Ого. Там двое идут. Минус. Мне нужно около 6 железа или 4 пройти расстояние полумарафона за один забег. Получено достижение. Пробую копнуть здесь. Грунт здесь довольно-таки мягкий пока что. Все, здесь уже прочный грунт.
Далеко приходится летать, очень далеко. Так, да, бур прокачиваем. Сильно апнули бур. Теперь осталось проверить, насколько это будет эффективно. Успею я вообще что-нибудь накопать? А ну-ка проверим. Ну, стал копать быстрее, конечно. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего не видно. Мало ресурсов, очень мало. Возвращаемся в купол. Сейчас будем отбиваться, пытаться как-то отразить атаку с минимальными потерями. 4 у меня железа. Ну, особо-таки ничего такого я прокачать не смогу. Единственное, вот зона оглушения. Давайте, наверное... А, во! Могу вот это прокачать. Быстрое разделение и наземное разделение. Лететь под любым углом. Давайте под любым углом. Пускай разлетаются эти снаряды ПВОшные от шпиля. Ай, блин, неправильно зажал кнопку. Получаю огромное количество урона. Давай. Раскрывайся. Придется много кобальта потратить на ремонт. Не хочет раскрываться. Почему? Я должен отвернуть пушку или что? Попробуем отбиваться от этих двух ребят. Давайте, наверное, придется тратить кобальт. Потратим капельку. Идем на раскопки. Посмотрим, что удастся за этот заход накопать. Да, грунт очень прочный. Вот немножечко копаю в сторону. И все, начинается прочный грунт. Пробую доставить ресурсы.
хотя бы в небольшом количестве. От лифта пока что толку нету при таких темпах раскопок. Он просто не работает. По сути, только вот ускоряет мое передвижение при перемещении к базе, и все. Так, ускоряемся. Сейчас уже будет нападение. Давайте-ка посмотрим, сколько у нас будет ресурсов. 8. Щит прокачивать не буду. Мне нужно больше капелек. Да и ничего, получается, прокачивать не буду. Мне нужны капельки для будущих улучшений щита. Вырубаем щит. Пробуем отбиваться. Отбились хорошо. Надо в левую сторону продвигаться потихоньку. Может, тут какие-то нераскопанные ресурсы имеются. Здесь почва мягкая. Пойду вот так по краю, посмотрю. Пока не видно. Здесь только то вот железо, которое я нашел перед волной. Включаем усиление щита. Ждем, пока переработаются ресурсы. Можно прокачать скорость, но лучше, конечно, бур. Копить на бур 40 надо, у меня пока что 19. Кобальтом могу немножко подлечиться, но, наверное, пока не стоит. Ждем противника. Давайте-ка пробовать отбиваться максимально эффективно. Так, здоровяк пошел. Стреляем в него. Все? Вроде все, да. Хорошо, надо копить железо. Еще около 20 железа надо накопить. Это много. По правой стороне, что у нас по правой стороне здесь?
Есть что-нибудь интересное? Много железа добыть не получилось, хотя бы добыли кобальт. И то хорошо, можно будет поремонтироваться. 30 железа. Да, 30 железа, надо 40, еще 9. Ну что ж, ждем противника, пытаемся отбиться. По оленю. Отбиваемся хорошо. Летим дальше. Нам нужно где-то 9 железа найти где-то. Где-то 9 железа найти где-то. Ищем железо. Где вот только оно может быть? Хороший вопрос. Там вон слева я вижу железо, но оно труднодобываемое. Мне всего лишь-то нужно, ну, 10 железа найти. Прокачаю буру. Что это у нас? О, это ключ. Угу. Значит, где-то у нас артефакт главный. Это круто, конечно, что я нашел ключ, но мне бы круче было бы найти железо для бура. Так, надо уже готовиться возвращаться. Всего лишь нашел 3 капельки. Вот это у меня заход, конечно. Все, возвращаемся. Практически ни с чем. Ну да, нашли ключ. Уже как бы приблизительное расположение главного артефакта видно. 8 кобальта. Тратить или не тратить? Дополнительное здоровье при воскрешении. Или оставить 8 кобальта на ремонт? Нет, давайте изучу. 2 кобальта оставлю на ремонт. Как-то так сделаю.
малявки, не надо на меня тут прыгать. Хорошо, но в целом неплохо отбиваемся. Все, летим копать. Попробую покопать вокруг главного артефакта, заодно и пойму, где он располагается, и, может, и ресурсы там какие-то найду. Возможно, он вообще очень далеко где-то расположен. Вот кабель еще один. Вижу. Скорее всего, еще один ключ какой-то. Так, здесь у нас железо появилось. Железо и кобальт. Хорошее место. Ресурсное. Да, здесь у нас ключик. Попробую потаскать к лифту все эти ресурсы. Еще осталось. Давайте вот так вот сделаем, подвинем их. Будем вот так тянуть их за собой. Да елки-палки. Тянем, тянем, тянем. Оставляем немножечко на лифте. Остальные забираем с собой и летим на купол. Лифты потихоньку ресурсы доставят. Мне сейчас самое важное — прокачать бур. И выжить, естественно. Атака. Все, бур прокачали. Хорошо. Ну, пробуем отбиваться. Упс. Неправильно чуть-чуть стрельнул. Мощная атака. Давайте немножечко подхилимся. Много урона получил, к сожалению. Получил огромное количество урона, у меня закончился
закончился кобальт. Довольно-таки напряженная ситуация начинает появляться. Сейчас попробую все-таки определить хотя бы приблизительное расположение главного артефакта. Вот он у нас один кобальт. Давайте я его сразу с собой заберу. Вот так, чтобы потом его с собой взять и отремонтироваться. Куда там вниз идет и вправо. Вот он, главный артефакт. Давайте покопаем его. Еще кобальт. Немножко водички. Так, вправо-вверх ничего не уходит. Влево-вниз уходит кабель. Давайте попробуем найти, куда он уходит. Еще ниже. И ниже. Вот он, похоже, ключ. Возьмем два железа пока что. Нам нужно найти еще один ключ, желательно. Похоже, куда-то сюда идет, влево. Влево-вниз. Не вижу. Не вижу, куда он уходит. Ну да, вот влево и вниз уходит. Здесь много железа, это хорошо, но мне сейчас железо не так важно. Вот, значит, он дальше уходит вниз. Ох, сколько здесь железа. Вот где оно было раньше, а? Вот здесь. Активируем. Достичь глубины 100. Что у нас получается по артефакту? О, мне уже на базу надо. Срочно причем. Прям вообще очень срочно. Не получилось у меня найти еще один ключ. Давайте пробовать отбиваться. Со мной два кобальта. Постараемся похилиться немножко и выжить. Вот так вот, на все кобальты похилимся. Из боевых что я могу прокачать? Ну, тут 28 надо ресурсов. Пока что ничего прокачивать не буду. Хорошо, отлично, отбились. Летим искать крайний ключ. Вот здесь еще один. Не нашел я. Он тоже влево куда-то уходит. Ой, здесь копать уже намного дольше.
Все, возвращаемся на базу. Наверное, прокачать ничего не получится, но стараться надо пережить именно волну. Это самое главное сейчас. Двадцать один, 22, 23, 24. А мне нужно 28. Но могу двустволку прокачать. Давайте прокачаем двустволку, посмотрим. Вот она как выглядит. Как она стреляет. Вроде хорошо отбиваемся. Наш купол напоминает мне очень какую-нибудь турель боевую из вселенной Warhammer. Прям вообще кайфово выглядит, мне нравится. Летим вниз. Сейчас надо понять, где у нас последний ключ. Да, вот куда-то вот сюда влево уходит. Может, он где-то за стеной вот здесь находится. Надо покопать, подсветить как-то. Нет, пока. Нет, точно не здесь. Значит, он дальше уходит. Значит, этот кабель дальше уходит, но я его не вижу, к сожалению. А вот он. Отлично. Нашли. О, еще кобальт. Кобальт возьмем. Почему бы и нет. И подойдем сейчас к нашему артефакту. Хорошо, подобрали артефакт. Все, везем его на базу. Задерживаться я больше не буду здесь. Скорее всего, отбиться от финальной волны не получится. Но самое главное для меня сейчас это то, что я прошел. Уже, получается, прошел самую высокую сложность на огромной карте. Но, конечно же, с модификатором на волны вот эти вот. То, что они стали реже приходить ко мне, волны врагов. Мне кажется, это некоторое все равно... Так, стоп. Не хочу прокачивать, подождите-ка. Я считаю, это некоторое упрощение все равно игрового процесса. Давайте вот это прокачаем. 6-6 осталось. Прокачаем вот это вот. Быстрое разделение. 2-3 осталось. Все. Пробуем отбиваться. Наносят мне, конечно, огромное количество урона.
А у меня только 3 кобальта осталось. Не, ну естественно, я не отобьюсь. Артефакт мне поможет отбиться. Это самое главное. Купол спасен. Открыт новый мир. Открыт новый питомец. Страна спор. Достижение получено. Открыты новые модификаторы прохождения. Можем разблокировать новый элемент. Отражение, новая боевая способность. Устройство. Активация боевой способности, которая в течение некоторого времени будет отражать подлетающие к куполу снаряды. Давайте возьмем. Размер карты огромный. Что у нас тут открылось? Тройные пополнения. Получите 3 дополнения и экипируйте купол с 3 ячейками для них. Понял. Что ж, вот такое вот получилось прохождение на артиллерийском куполе. Максимальная сложность, самый большой размер карты, инженер. Будем продолжать дальше, пытаться какие-то разные ситуации обыгрывать. Вот на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.